Знакомые хотят продать данный трактор. Сейчас посмотрим, что они. Колеса не пойму. А Т-40. Что-то мне сказали. Но я не знаю, кто знает, тот скажет. Вроде все целое. А здесь что перебирали? Это угловую шестерню? Нет, то ли вал говорил, что не перебирал. Вал, да? Это тоже уже сами новые стоит. НШ уже 16-й, по-моему, стоит. На халяву купил. Генератор вообще новый. Кардан-то еще старый, его родной, наверное. А, подогрев он стоит. Ну, такой не нравится мне саутепский. Он якобы есть с лопастью, которая крутит, есть и просто обогреватель. То есть продавливает который не продавливает. Капот все родной, но тут тоже что-то зазор больно большой отошел. Движок, видать, не лазили, ничего. Ремень меняли. Резина. Уша. А, во. Поменяли, да? Только снова уделали. Так, сейчас посмотрим, какого он года. 86-го. Сейчас посмотрю и на движке, если так говоришь. Заводить я его не буду, работает он нормально. На движке шильда стоит, но года, как всегда, нету. Даже отвал стоял. Вал стоял. Стартер. Он был у него стартерный или что? Что-то ося как будто сужены, нет? Серег. Под картошку, а он у него уже копал картошку. Диски у него задние уже тоже менены этот. Это бак, я не знаю, что такое. Нового образца уже стоит, да? Ну да, горловины такие, кабины большие. Так что вот так. Сейчас ПРФ посмотрим.